Итак, сегодня будем проверять домашнюю работу и заодно иероглифы. Начинаем. Этот иероглиф. Окно. Маду. Маду. Открывать окно, например. Этот иероглиф у нас зол. Это типа не как золкин или газо. Она используется в слове. Карта, чизу, там, кайдан, например, слово, лестница, и так, джутак, и так, хай, джутак, например, дома, пишем.
Я написала. Хорошо. Секунду. Извините. Ладно. Это ты роль в Митареру. С Ирэру пишется хироганой. Это означает, как расслабляться или слишком плохо делать. Соу. Это не зу, а соу. Коусу или на концу. Концу это сушить или усушливать. Суди. Кин. Это суджи или кин. Кин входит в слово кинику. Значит, мышцы. Мышцы. А суджи, например, может быть время. Такие белые штучки. Маки, маку. Ку пишется хироганой, а маки это заматывать. Вер в роллах. Роллы тоже пишется как маки. Май. Приходится условие, например, как ичимай, нимай, саммай. Используется, когда я складываю деньги или тарелки. Пишу.
Я записала. Хорошо. Следующий иероглиф. Этот иероглиф она. Дырки, ну или просто отверстия. Это ген. Минамото. Ген — это ген-сан, например. А откуда сделано? Шо. Тайшо. Шори. 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 Шори — это, например, чинить что-то. Сен. Онсен — это просто слово ванна, которое онсен. Итадаки, итадаку. Купишься хирогана и, например, витадакимас. Получать или забирать. Пишем.
Я записала. Хорошо. Первый раз это May. Ring May или May Yak или Kamei Domei. Domei это, например, между странами Domei. Это значит, между странами есть дружба. Кокёл. Так. Кёри. Кичёл. Кёто. Кокёо. Это кокёо. Где-то родился, например, твой дом. Сио. Хавай Сёто. А, нет, это не Сио, а Сё. Хавай Сёто, например, это называют маленькие страны. Сёто. Тасунэру. Тазунэру. Нэру пишет хирогана, и это переводится как спрашивать. Ики. Чо ики. Чики. Чики это, например, место. Пишем.
Я написала. Да, хорошо. Продолжаем. Итак, это хай, хайку. Этот человек, который пишет хайку, хайку это 5-7-5. Бакымаку, бакыфу. Бакфу это такое было время в Японии. Гики. Гики это играть роль. Кен. Джошакен, джошакен. Кен, например, это как билет. Джошакен это билет на поезд, например. Уцусу, уцуру, су, иру, пишется хирагана, и это, и они, верно, используют слово эйга, и они отвечают, как отображать или показывать. Пишем. Да. Я посмотрела в тетрадке, и мы это уже писали. Повторяем, мать учения, по-моему, заходить пишет. Мы будем это писать или нет? Или уже другое? Ну, окей, еще раз напишу. Угу.
Я дописала. Хорошо, переходим к новым иероглифам. Это мы не проходили, как понимаю, да? Стерю. Да. Стерю пишем хирогана, а стерю это выкидывать. А рау пишем хирогана, и это переводится как стирать. Угидал. Да? Прошу прощения, мне надо отойти на 3 минуты, 2, да? Да, все нормально. Угинал. Вы пишем хирогана и варэру, вари, вару. Рэру пишем хирогана и ру хирогана. Тудоку, ку пишем хирогана и тудокеру хирогана. Руки с мы пишем. Все, я вернулась. Тогда пишем.
Я дописала. Хорошо, продолжаем. Извините. Да. А как будет по-японски гриб? Ну-ку. Пишешь хирогану ки, потом пишешь но, и ко, киноку. Ну-ку. А, например, мно, ну, там, например, 2-3 гриба, там, грибы. Грибы? Грибов будет, ну, киноку прям можно и на одну использовать, и много. Если прям сколько надо, наверное, 3 или 2 киноку, да, киноку восстанцы, ну и так далее. Вот. Это у нас иероглиф с пишется хирогана, и это исходит из слова как дышать. Свару пишется хирогана или за. Наверное, больше за используют, и это, например, в гороскопах используется слово. Ну, бы пишется хирогана, и это звать или призывать. Шикай, шисен, широку. Широку и шисен – это зрение или сила. Пишем. Я дописала.
Хорошо. Последняя бумага. Будем писать. Думаю, можно уже на этом заканчивать. Рулик повторить и это домашнее задание. Спасибо за урок и до свидания. Еще я хотела сказать, да. Я могу не выполнить домашнее задание, потому что я обычно либо забываю, либо у меня что-то, дела обычно, очень много чего, поэтому нормально. Боюсь не выполнить. Да, нет, все нормально. Спасибо, урок, до свидания. До свидания.